Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Долгожданная прогулка с Ларри. Он ее уж точно заждался. Да и я тоже. Пришла весна. Ну, она уже пришла давно. Уже заканчивается первый месяц. Завтра будет последний день марта. Сегодня 30 марта. Первый месяц заканчивается. Ну, не сказать, что было уж такое тепло. Было по-всякому. И морозно, и пасмурно, и туманно. Но вот уже второй или третий день тепло. Скоро все пойдет развиваться. Даже в этом старом саду. Что от него осталось. Так вот, сегодня тоже тепло. А на завтра прямо 22 градуса обещают. Посмотрим, что это будут за 22 градуса. Солнышко, тепло, хорошо. Давайте в путь. Сегодня гуляем в лесу. Будем по лесу гулять. Может, найдем еще грибов. Уже начинаются, наверное. Сморчки. Я их никогда не искала, если честно. Так, только на картинке, но наяву. А чтобы так увидеть, как они растут, даже не сильно понимаю, где их надо искать. И еще забыла название. Вот эти красненькие, яркие. Но их невозможно не заметить, если они будут на нашем пути. Так что гуляем по лесу. Смотрим грибы. Дышим, дышим этим воздухом, этой весной. Птички поют. Вышла на такую дорожку, где мне будет совсем легко. Та-та-та. Мы уже тут. Как будто кто-то специально сделал для меня мостик. Низ скользко прям. О, а вот так Ларик берет эту высоту. Привет, привет! Как быстро лесом зарастает. Соснами, в частности, кто-то раньше бросил свой этот огород. И вот тут уже лес, а вон и Ларри. Мчится, мчится, мчится к нам. Мы перебрались в лес благополучно, спокойно. Теперь будем гулять так же спокойно, тихонько, наслаждаясь весной, воздухом. Птиц не слышу почти, что очень странно. Я надеялась услышать разговоры птиц в лесу. Вот. Хочу зайти в сосновый бор, ну, в лес с соснами такими большими, высокими. Но туда надо пройти через вот эти вот все буреломы, хащи. Так что вперед! Ларри присоединяется. Пойдем, пойдем, вперед. Тут уже не особо бегаешь, что ли? Или мне показалось? Набегался, уже язык висит, ему жарко. Воду пил только что, там были лужи. Ларри, лето идет.
Уже не так, как зимой. Что везде снежок, прохлада. А теперь везде тепло. И даже скоро будет жарко. Вот такой красивый мох. О, ну как же на таком мхе, да не поваляться. Конечно, Ларри, конечно. Мягкая такая подушка. Вот он какой. Я прям проваливаюсь и так пружиню. Иду по нему. Как хорошо. И вот мы переходим в другой лес. Привет! Как же здорово здесь. Брожу, брожу, и никакого намека даже на сморчки не вижу, не нахожу. Даже не знаю, где они растут, в какой местности, как. Наверное, там, где влажно. Смотрите, ожили, ожил муравьиный дом. Наши 5 дорог. Пойдем по этой. Сидеть и ждать. Не мешать мне. Стой! Нельзя! Сидеть! Ларри, сидеть! Сидеть! Вот сиди! 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 Сидеть! Хочешь? Хороший Ларри, да? Ларри. Молодец.
тут немножко отдохнем. Посидеть в эту скамеечку, кто бы сделал такой парк в елочках с этим мхом. На, смотрит такими влюбленными глазами в это мелко. Достаточно, Варя. У нас еще длинная прогулочка. Все, хватит, все. Все. Нельзя больше, нельзя. На, вот это. Клюша там не хочет. Видали такого? Не хочет, не хочет. Как же тут здорово в елочках. Тут и елочки тоже. Красота, мощь. Лапы какие. А где же Ларри? Уже куда-то смотался. А нет, вон. Я вижу, Ларри. Мох так проваливается. Как здорово, что мы пошли прогуляться. И Ларри набегается. Да и мне пора. Я тоже ведь люблю ходить, бродить. Мы с Ларри одинаковы. Нам нужно куда-то бежать, бежать. Все вперед и вперед. Ну, пойдемте дальше. Вот они какие. Еловые шишечки. Вы только посмотрите. Их не две, их не три, их четыре. Это четыре сосны. Бывает всякое. Как в жизни у людей, так и в лесу. И я еще захотела постоять возле этих четырех сосонок. Набраться сил, энергии. Я всегда стою в лесу возле какого-нибудь дерева. Обязательно несколько минут. Это тишина, этот шелест деревьев, леса. Это просто музыка. Да, в еловом лесу тут сейчас самое яркое, самые яркие впечатления. И елочки сами такие зеленые, прям насыщенные. И этот мох. Тут здорово. На этой локации. Пойдемте дальше. Посмотрим, что дальше. Вот какой я встретила нарост на березе. Я в них особо не разбираюсь, в чагах. А вы? Что это такое? С другой стороны попробую. Попробую обойти. Смотрите, тут прям береза. Дерево. Очень, а вот черное. Тут вот березовый гриб. И все это за. И вот тут что-то такое. И все это заросло вот такой странной штукой. Вон какая, какие рога. В общем, я не знаю, что это совершенно. Но что-то такое наросло. Ты тоже хочешь посмотреть, что там наросло, да? Вот такая штука. Кажется, этот участок леса с такими большущими соснами вырезают.
А я тут только в прошлом году научилась искать грибы. Наверное, будут вырезать, садить новые здесь, как и везде. Эти уже созрели, выросли. В прошлом сезоне я здесь много грибов нашла. Белых. Ну, всякие были, конечно. Бабочки, маслята. Но и белых было много. Вот и заканчивается наша прогулочка. Ларис, сколько ты тут насобирал клещей, расскажи мне. Ну так, с первого взгляда не видать. Все хорошо с первого взгляда. Ларис уже знает, если у меня остановка какая-нибудь, то или гриб нашла, или еще что-то, чтобы он не мешал, я ему даю угощение. И вот он уже крутится, вертится вокруг меня. Вот такой наша была прогулочка сегодня. Сегодня очень тепло, очень красиво. Воздух такой теплый. Ну, в общем, весна, весна. Я надеюсь, вы гуляли вместе со мной. Спасибо вам всем, кто был с нами, кто любит с нами гулять, бродить, дышать здесь свежим воздухом, лесом. Начинается весна, еще нету цветов. Еще только ощущения, воздух теплый. Еще все впереди. Все наши прогулки впереди. Ларри давно не гулял, он очень довольный. Очень довольный. Очень. Спасибо вам всем за поддержку, за то, что ставите лайки, за комментарии, за подписки. Всем-всем-всем. Я приветствую новых подписчиков на нашем канале. Будем теперь общаться, гулять вместе. В общем, смотреть на мир моими глазами, через мой объектив. Кому интересно, я очень бы была рада понимать об этом, что всем нравится так. Ну, я думаю, подписываются же, конечно же, те, кому подходит такой контент, кому интересно его смотреть. И я вам очень-очень рада, мои дорогие подписчики, ну и зрители канала тоже. Всего вам доброго всем, будьте все здоровы, счастливы, пусть небо будет мирным, пусть будет мир на всей земле. Я верю в это, надеюсь. Ларри, наверное, немножко устал, или все-таки ожидаешь угощения, ну ладно. Нам уже осталось, ну, мы почти что вышли из леса, осталось перейти поле, и мы дома. Так что я отдаю все, что приготовила для Ларри, все ему отдаю. Нет, не все, еще оставлю на дорогу немножко. Нравится тебе? Нравится. Все, это еще на дорогу. Все. Все. На. Нет, хлебушка ты не хочешь. Хлебушка он не хочет, не хочет. А для нас, Ларри, с Ларри прогулка была просто великолепна. Просто великолепно замечательная. Так хорошо отдохнула после этой работы постоянной. Немножко забыла. Про типа пиццу, про помидорчики, огурчики. И в этой тишине и покое провели эти пару часов. До следующей встречи. Пока-пока. Всем пока. Будьте все здоровы. Ну что, пойдем?
мой верный друг. Пойдем. Идем дальше. Всяко бывает в жизни. Вот и сегодня. Чудеса прям по пословице. Из-за дурной головы и ногам важко. Идем к последнему месту отдыха. Я забыла поводок. Уже прошла через кукурузное поле. Начала готовиться Ларри уже звать на поводок. И вспомнила, поводок-то висит. Вот так бывает. Так что вторая часть прогулки начинается. Ларри вообще ничего не понял. Опять в лес пошли, да? Пойдем, пойдем. Вот оно, наше место отдыха. И поводок висит. Вот он наш поводочек, ждет нас, не дождется. Ага. Прогулка продолжается, поводок в надежном месте, в обычном, привычном, незабываемом. Ну, я сильно не переживаю. Мне очень-то, конечно, далеко дошли, но кукурузное поле, оно его не очень удобно проходить. Я его прошла. Пришлось назад. А на улице так же тепло, тихо. Птички поют еще не так громко, как скоро будет. Вот. Сегодня видели и аистов. Прилетели уже в каждом гнездышке в деревне сидят аисты. Парочками сидят прямо сейчас. Жизнь продолжается. Как здорово. Здорово же. Правда же? И опять кукурузное поле и домой. Такой теплый, приятный день. Начинается тепло. Весна, лето. Пусть оно только не пролетит так, как один миг. Надо все увидеть, все заметить, все запечатлить. До новых встреч, до новых прогулок. Подошли сюда, на это поле.
И возле сада я видела там какое-то животное. Наверное, заяц. И он убежал, конечно же, в сад. Ларри был далеко, вообще не видел. Только я видела, потому что я смотрю, уж как бы не было каких-нибудь встреч. Собака, что ли, думаю. Исчез мигом. Ну, я его и заметила уже под самыми деревьями. Наверное, вот тут пасся. Вот эту зеленую травку. Может, это, конечно, была лиса. Он нюхает Ларри. Ну, что ей тут делать? Но мысль у меня была о собаке. Я сильно-то не успела рассмотреть. Просто потом подумала, что, скорее всего, заяц. Но кто-то тут был. Жаль, что мы были далеко и не встретились. Ну, Ларри что-то нюхает. Кто-то был. Ой, как же тепло. Это так ново еще, так приятно. Здорово. Дождались. Закончилась зима. Мы ее пережили. Дождались тепла. Сегодня 30 марта. Ну вот мы и дома, уже возле своих домашних цветочков. Вот они ярче, чем на экране. Я посмотрела свой шагомер. Сегодня мы сделали 15 тысяч шагов. Было больше 20 тысяч. Сегодня 15. С возвращением обратно в лес. Ой, какие же они хорошенькие. Но на экране они ярче, синее. Я не могу оторваться. Вот тут их у меня разрослось много. И вот у меня их. Еще есть два вида. Розовый и беленький. Восемнадцать градусов сегодня вечером.